Добрий вечір, дорогі зрителі! Вас приветствує театр «Необыкновенный концерт». Ви зовсім забили, де ж наш следующий спектакль? Да, где же следующий необыкновенный концерт нам давать? Или... Южная Корея. Может быть... Или Объединенные Арабские Эмираты? А может быть... Аргентина. Или... Мексика. Куда же нам надо отправляться? Кто же нам, куклам, поможет? Мы! О, привет, Вуди! Привет, Босс! Привет, кукольные оркестры! Ну, найдите страну, пожалуйста. Конечно, поможем. Мы других товарищей звали. Да, посмотрим, кого вы тут позвали. Своих друзей я звал. Ой, Рекс даже и Хэм даже есть, и растяжка, и я Джесси. Ага, круто. Диктор Боуэн. Лейла. Есть ли у вас кукла Лейла? Вот она, кукла Лейла, у меня как раз за спиной. О, ну тогда я готов. Томас Андерс. Что ты готов? Ты развалил группу Modern Talking со своей Лейлой и Блюсистемом. Была такая группа классная, Modern Talking. Я там пел, а ты потом взял да и ушел. Гад ты, я такой. Гамбо и Дарвин. Ого, нам нравится необыкновенный концерт. Лифи Файри. Ну что, Файри, в путь? В путь. Ред Худи Гай. Е-е-е-е. Уоррен Кук. О, необыкновенный концерт. Is good. Дайнамит Каю. No good. Очень плохой. Очень куклы неинтересные, плохие. И Брэндон Барни. Ну, я вообще-то музыку слушаю. Я театры не смотрю никакие, тем более кукольные. Я меломан, я музыку люблю. Ну да ладно. А, ну песенку я послушать могу, конечно. Сколько у меня там букв? 10. Песня номер? 10. О-о-о-о. Кстати, у нас есть спектакль про утят. Ну, какие утята? Желтые. Желтые. Посмотрите в флагах, где желтый цвет. Есть вообще тут желтый, где пол? Аргентина первый балл получает. Солнечная Аргентина. Кайло. Кайло не будет помогать вам. Поняли? Потому что необыкновенный концерт — это отстой. Фу. Какой невоспитанный мальчик. Позвоним Борису, и ты будешь grounded, понял? О, а мне наоборот нравится. Я даже и помочь могу. Латышскую азбуку выучу. Давай. Ты? Давана? О, подарки. Диви. О. Подарки дают. Дагонарас.
Усердикали. Усердикали первый балл. А. Авене. Алныш. Аште. Причем тут олени? Нету нас оленей. Авеле. Абулс. Азис. Кто козел? Абул и Авеле. Мама. Марите. Магуане. Мазулис. Да. Кас мама и матус? Вообще не помог. Вообще ты, ворон, не помог. Да я пойду спать. Веселуха только начинается. О, тачки, тачули, обожаю тачки, обожаю ездить. Юз. Юзом, ха-ха. Второй балл. Корея. Автомобиль. И Аргентина. Объединенные Арабские Эмираты. Вот, да, и нравится мне обгонять всех. Автомобиль. На своем автомобильчике. Аргентина, третий балл. Молния Маккуин. Я-то для себя чувствую, как Молния Маккуин. Ух ты. Не пускайте фаеры в лес, а то будет пожар. Нельзя его пускать. Лифи, можешь проходить, фаеры нельзя в лес. Вот это я вам говорю. Маша! Маша, поиграй со мною, поиграй со мною. Лифи, потом поиграешь со мною? Конечно. А, арбуз? Арбуз. О, окно. Белый. Окно. 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 Арабских Эмиратов. Арабские Эмираты. Второй балл. Юла. Детская игрушка. Ну, крути Юлу. Ладно, кручу. Мы пошли. А, не надо, только не файри. Пожар будет. Что вы наделали? Что вы наделали? Тон-тон-тон-тон. Так, что это у нас тут? Луна. Луна. Спать пора. Какой спать? Вот мой дальний родственник, кот Леопольд. О, hello, cat Leopold. Привет, Гамбо, я твой дальний родственник. Окей, азбука. Конечно, если мыши дадут покоя мне. Юа. Остров. О, если у нас тут остров, ну, вообще-то у Южной Кореи много островов. Южная Корея, третий балл. Аквариум. Рыбки. Молоток. Пока, Леопольд. Так, ой, это была такая классная группа, Modern Talking. А этот взял Дитер Болен, ушел из группы, все развалил! Развалил ты. Остается мне лишь слушать чужие песенки. Так что отправляйтесь, ребята, туда, где солнечно, где остров, солнечно, все время. Вот, например, Аргентина, третий балл, United Emirates, третий балл, Мексика получает второй балл. Я тоже хочу Мексику. Ты, гад, никуда не пойдешь, понял? Не пущу я тебя. Что? Лейла, Лейла. Кончай свою Лейлу, понял?
Еще раз ты Лейлу споешь, я тебя отправлю... Просоквашкинскую ферму. Вместе со своей Лейлой дояркой будете доить коров. Ясно тебе, болен? Я не болен. У меня фамилия такая. Будешь болен. Заставим. Ой, что это было? Поссорились оба. Опять? Ух ты! Сколько нас? 5. Давай послушаем песенку номер. Да, Томас Андерс верно говорил. Солнечные страны вам нужно посетить. Мы проверили. О. Слышь, Бас, давай попросим нашего друга, капитана Врунгеля. Куда его яхта плывет? В Мексику она плывет. В Мексику? 3-й балл. Христофор Бонифатич, отвезете ли вы куклы необыкновенного концерта в Мексику? Все в порядке, можем ехать? Да, можем ехать. Ура! Ладно, Вуди, а я тебе покажу самолеты. Ведь я умею летать, правильно? Я же умею летать. Ты игрушка. Я думал, я умею летать как... Привет, спортивный самолет. Как спортивный самолет. Жух туда, жух обратно. Ты... Игрушка! Что? Не слышу. Снимите наушники, пожалуйста. Что? Не слышу. Сколько букв в слове Барни? Сколько букв? Азбука ждет вас. Песни закончились. Что? Я не хочу. Не буду азбуку. Я песню хочу. Во! Сколько букв у меня? 6. Песня номер... 6. Вот. Ого! Плывем мы в Мексику. Четвертый балл Мексика. Так что это такое? Азбука, Каю. Чтобы я помогал каким-то лялькам? Нет! Отстой! Азбука. Отстой, азбука! Отстой, необыкновенный концерт! Только Go Animate! Только Кайлу! Кайлу! Борис будет злиться! Оказывается, тебе ладно. Надо. Что не сделаешь для необыкновенного концерта? Где же? Мишка. Юла. Юла. Детские игрушки. О. Автобус. Автобус по Аргентине. 4-й балл. Ослик. Кто осел? Кто из нас тут осел? Мы вообще-то куклы. Куклы ослами не бывают. Так, ну и... На каких инструментах вы играете в своем концерте? Конечно, на контрабасе. На каких еще? На рояле. На рояле, ага. А еще? На флейте. И на флейте, А даже вокалы пели. Да?
все, я обязательно посещаю ваш концерт. Да, только мы не знаем, где он. Ну, я думаю, что... Объединенный Арабский Эмират. Четвертый бал. Ну, Файри, азбуку надо изучить. Да. Что? Я не умею по-латышски. Вот Лифи, он из Латвии. Да. Да, он знает латышскую азбуку. Он сможет... Молоток. Настоящий джентльмен Лифи. Молоток. Настоящий молоток. Аккордеон. О, музыка играет. Аргентина, пятый бал. Дверь. Скрипячие двери. Это как байки из склепа. Мотоцикл. О. Быстрая езда по Мексике, пятый бал. О, спасибо, Лифи. Ты меня спас, так само как... Македонский. Спас всю землю. Воевал он с врагами нашими. О, целых 100 лет воевал, пока выиграл сражение. И в конце он сказал: Мексика! 6-й бал. О, понял, Лифи? Да. Так, ну что, ребята? Время прокатиться! На черном внедорожнике! На черном джипе! О! Это очень круто! Черный джип, мне нравится идея! Куда же мы поедем? Наверное, по ранчо! Мексика, 6-й бал! Будете выращивать там маленькие цветки! Я подобрю цветочек для Лейлы. О, Лейла, цветочек тебе. Уйди! Лейла! Хо-хо-хо, так тебе и надо. Лозер, неудачник. Испортил группу Modern Talking. Получай, гад! Ой. Азбука ждет вам. Да? Азбука! Какого цвета азбука? Красная... Зеленая! Значит... Рекс! Твоя азбука! Ладно, Джесси, выучу! Муравей! Муравей! Медведь! Медведь? Не надо медведя! О, он плохой медведь в нашем мультике! Юла! Юбка! Юбка! Нет, я ковбойская девочка! Арбуз! Акула! О, нет, только не в Аргентину, там акулы. Облако. Ослик. Да, а теперь мы можем... Я всех приглашаю к своей бабушке угостить оладушек. Где были кашка, брашка. Смотри, бас. Вокруг всего так много интересного. В этом замечательном лесу. Да. Но тут не летает, тут никто не летает. Ну как не летает? Вот птицы летают. Вот вороны, совы, удовы, чайки, еще гуси, птенцы, петушки летают. Ура, я смогу летать. И еще пчелы летают. Ты вообще-то игрушка. Ты не сможешь летать. Так. О, азбука? Окей, давай быстренько азбуку. У облака. Облака? Ну, вообще-то, дождь нежелателен для нашего концерта. Антошка. Какая картошка в марте? Вы что? Юнга.
О, отправляется корабль Южной Кореи. Да, 5-й бал. Мамонтенок. Какие еще мамонты? Мамонты — это мапиша. У нас нету мамонтов. Так, главное, ребята, я же сказал, необыкновенный концерт, отстой, отстой, никто вам тут больше не поможет. Главный эксперт ждет, а мне некогда. Поняли, отстой. Ну ладно, кто у нас там главный эксперт сегодня? О, привет, молодежь. Привет, молодежь. Немолодежное кино. О, где же будет концерт? Проходить необыкновенный концерт в Южной Корее. Так. Необыкновенный концерт будет проходить в Южной Корее.